Тюмени состоялся Кубок чемпиона мира по спортивной гимнастике Ивана Стритовича. Лучших выявляли в юношеских разрядах, третьим взрослым, а также среди тех, кто занимается по программе специальной физподготовки. Уровень мастерства у всех разный, а соревновательная среда идентичная. У нас у девочек это 4 снаряда, опорный прыжок, разновысокие брусья, бревно и вольные упражнения. У мальчиков 6 снарядов. Это вольные упражнения, конь, кольца, опорный прыжок, брусья, перекладина. Я реально очень больна гимнастикой. У меня мама еще гимнастка была. Я с ней с детства была в зале. Я люблю очень. Я знала, смотрела все олимпиады всех разных годов, еще будучи там 6-летним ребенком. В этом я, наверное, называю, что я именно больна гимнастикой, потому что я всегда в ней. Всегда. Сейчас сама тренировалась, сейчас детей тренирую. В Тюмень съехались 3,5 сотни гимнастов разных школ. Обеих столиц – Уфы, Челябинска, Казани и других городов. Но цель у всех одна. Стать олимпийским чемпионом и выиграть Европу.